Абхазии нет и не может быть антироссийских настроений. Нет ни одной политической партии или общественной организации, которая носила бы или настроена было бы антироссийские. Называемые антироссийские настроения. А они это преподносят как против антироссийские настроения. Главный катализатор антироссийских настроений в Абхазии является сам Аслан Бжани. Больше ничего. Я понимаю, что у нас в стране за каждым человеком хотя бы маленькую должность, кто занимает, стоит русский какой-то. Какой-то русский, либо генерал, либо там надзиратель какой-то. Не знаю, над кем-то кто-то стоит всегда у нас. У нас договор, когда есть скоординированной внешней политики. Координированная внешняя политика означает то, что мы не имеем возможности проводить независимую политику. Независимую от России. Вот что это означает.